Торжественное собрание в честь 130-летия краевой клинической больницы номер 1 состоялось в театре имени Горького. Концертная программа открылась песней «Люди в белых халатах», в которой описывается тяжесть и красота труда медработников. Люди в белых халатах, что у нее на пути. На мероприятии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который обозначил высокий статус больницы, отметив ее долгую историю и успешный опыт лечебного дела. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным событием, 130-летием юбилея краевой клинической больницы номер 1. Начав с небольшого барака о том, что мы видели здесь на экране, вы выросли в многофункциональный лечебный центр, который насчитывает 16 отделений, как здесь сказали, 800 коек, и за год проходит более 25 тысяч пациентов. Это говорит о том гигантском труде, который лежит на ваших плечах. Медработникам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Приморского края, а также наградили нагрудными знаками отличнику здравоохранения. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.